Россия выпустила 20 крылатых ракет по целям в Сирии. Всего за время участия в операции дальняя авиация совершила 145 вылетов. Об этом сегодня в интервью радиостанции «Эхо Москвы» заявил заместитель командующего дальней авиации генерал-майор Анатолий Коновалов. Было неординарным и новым то, что Ту-160 выполнили задачу с нашего северного аэродрома Оленегорск, облетев вокруг Европы, войдя в Средиземное море и выполнив практически пуски ракет по объектам Исламского государства на территории Сирии. Заданные цели были поражены с высокой точностью. В Минобороны также сообщили, что страны Европы и Турция закрыли свое небо для российских самолетов воздушно-космических сил, наносящих удары по позициям террористов в Сирии.